Вы знаете, этот праздничный застой, именно как застой, влияет на все, и на здоровье людей по понятным причинам, и на экономику в том числе, потому что эти огромные выходные, когда они работают в том числе наши фондовые рынки, и когда они потом открываются с резким ростом или резким падением, это очень плохо отражается на всей стране. Я бы на месте нашего руководства просто бы разбил эти праздники по году, чтобы было почаще и поменьше. А так получается, что у нас есть Новый год, май, лето и ноябрь, и там мы гуляем практически неделю. Это не очень хорошо с экономической точки зрения.